Самарской области пасмурно с прояснениями. Пройдет снег, местами сильный. Днем плюс 1-2 градуса, ночью 1-3 ниже 0. Ветер юго-западный 5-7, порывы до 12 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, снег с дождем. Днем плюс 2 в темное время суток, минус 1 градус. Западный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти на небе тучи, сильный снег. В дневное время 0 градусов, ночью минус 1. Западный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно с прояснениями, снег. Днем минус 1, ночью 2 градуса ниже 0. Юго-западный ветер 6 метров в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 88%. Геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.